Третий год подряд Видновская дирекция киносети проводит для детей своих сотрудников новогодний праздник. Но в этом году детей в нашей организации заметно прибавилось. В этом году у нас принимает участие 50 ребятишек, 20 из которых участники проекта ООН. Они у нас молодцы. Отряд особого назначения выполнил свою задачу, потому что в этом году они победили. Они стали дипломантами премии губернатора Московской области в нашем Подмосковье. Этот проект. Помогли нам эти ребята, и поэтому мы сегодня и для них в том числе делаем эту елку. Начался праздник с поздравительной речи автора проекта ООН Елены Бабиной, которую ребята называют кто Еленой Вячеславовной, а кто просто тетей Еленой. Вы все такие умницы, вы все настолько развиты не по годам, что я даже вот иногда сомневаюсь, что кому-то из вас 5 лет, 6 или 7. Мне кажется, что вы намного взрослее. Тетушка Забава, задачей которой было развлечь ребят в ожидании Деда Мороза, приготовила игры и конкурсы. Но даже с самыми хитрыми заданиями наши умники справлялись. Кроме того, ребята из отряда особого назначения любят и умеют танцевать. Девчонки, у которых оказывался бубен, когда заканчивалась музыка, отжигали. Иначе не скажешь. Но когда бубен достался одному из пап... Так в ожидании Дедушки Мороза и Снегурочки время пролетело незаметно. По традиции дружно прокричали... И волшебный старик появился вместе со своей внучкой Снегурочкой. Попытались зажечь огни на елке. Не получилось. Пришлось за дело взяться Деду Морозу. А после завели хоровод в самых лучших российских традициях. В общем, веселились как хотели и как могли. На любом празднике дети любят веселье, радость и игры. А на этом празднике даже взрослым весело. Очень неожиданно и радостно, а самое приятное, что деток посвящают в традиции наши русские, поиграли в игры, как положено. Очень радует это. Сегодняшний праздник очень яркий, очень позитивный и для детей, и для их родителей. Все очень рады, довольны. Я думаю, это прекрасная елка, как завершающий праздник в этом году. Вам большое спасибо за организацию. Я вижу, как довольны дети, как сверкают их глаза, и просто счастья их нет предела, это запомнится надолго. Сами же участники рады, что сегодня, наконец, им вновь удалось встретиться всем вместе. Я сегодня увидела много детей, которые тоже участвовали в этой телепрограмме. Близняшки я увидела, еще девочку Машу я увидела. Еще я увидела Елену Вячеславовну. Хочется подружиться с кем-то. Я на самом деле... пока не была знакома, когда заснималась, я, можно сказать, никого не видела, но вот сейчас вот хочется попробовать. Со мной рядом Тимофей, он тоже участник проекта «Отряд особого назначения», но сегодня он в таком удивительном образе. Кто ты у нас сегодня, Тимофей? Бэтмен. Ты Бэтмен, да? Скажи, вот как Бэтмен, вообще как будущий мужчина, готов за что-то сражаться, за что? За город. 2017 год, конечно же, запомнится нашим юным экспертам, ведь он прошел у них вместе с телеканалом «Видное ТВ». К тому же, каждый в конце праздника получил сладкий подарок от Видновской дирекции киносети. А после ребят ждал сюрприз. Всех пригласили в кинозал посмотреть мультфильм.